Вот мой коридор. Вот мой инвентарь. Вот мои перчатки. Вешаю этот мешочек. Ну, может быть, ее подвешу тоже. Так, вот этот жокей готовится. Подписчики мои все правильные ребята. Я сам похож на такого типа рыцаря. Вот это наша Ольга стоит. Как показывают в популярных видео, идет за мной. Храню я его на балконе. Теперь я беру лестницу. Но поднимаю 27-килограммовый мешок. Вот такие вот автопортреты. Если вы бьете в твердый мешок, а рука у вас неправильно поставлена, твердый мешок очень помогает. Она говорит, что она вот так сильно устала. Со своей съемкой вечно. Ах, по делам. Ну как, веселая у нас семейка? Да? Пока вам. Итак, друзья, продолжим. Что из себя представляет мой спортзал на дому? При определенном желании, конечно, хотя и труднее, заниматься можно и дома. То есть все для этого условия есть, и нужна только ваша воля. Ну и, конечно, какая-то подготовка. Вот как у меня, мне тренер не нужен, я четко понимаю, что мне делать, как и тому подобное. У меня, к счастью, хороший дом, где есть все эти возможности, не только в квартире, но и вокруг. Но в квартире я отжимаюсь, качаю пресс, храню свои вещи, снаряды. А в коридорчике я занимаюсь боксированием, бегаю, как я уже сказал, по лестнице или на улице, когда зима или когда болит нога. Вот мой коридор. Вот мой инвентарь. Он состоит из боксерского мешка, которому 27 килограмм. Вот видите, я его обмотал. Вот мои перчатки боксерские. И вот лестница, по которой я поднимаю, чтобы повесить этот крюк. А вот моя Ольга. До сих пор еще красивая молодая женщина. Как ни странно, у меня другой быть не может. Которая сейчас будет снимать, как я у себя за дверью вешаю этот мешочек. Ну, может быть, и ее подвешу тоже. А что, надо же иногда и жене показать, кто есть кто в семье, в конце концов. Да? Ну все, идемте. Так, вот этот жокей готовится меня снимать. Согласен. Одела свою курточку желтенькую. Говорит, что она Шерлок Холмс, потому что кепочка такая у нее. Но может быть, она мне больше напоминает жокея. Я сегодня диск жокей. Вот. Одевает свои сапоги на большом высоком каблуке. И юбочку еще короткую одела. Что тут, подписчиков моих, что ли, соблазнять? Хотя, конечно, подписчики мои все правильные ребята. И чужой женой не соблазнятся. Так, и вот смотрите, друзья, выходим мы из квартиры. Вот видите, да, у нас такой коридор. Вот этот коридорчик, где висит мой крюк. Вот сейчас я вам покажу. Вот он висит, крючочек. Вот это наша Ольга стоит. Вот сейчас я ей передам фотоаппарат. Мы вроде все это ставим, конечно. Я себе сам похож на такого типа рыцаря, который в кольчуге. Идемте за мной. Как показывают в популярных видео, идемте за мной. Да, беру свой мешок, смотрите, как это делается у меня отлично. Храню я его на балконе. Ставлю его вот сюда. Теперь я беру лестницу. Перчаточки пока бросаю сюда. Вот так вот. Раз, два, три. И вот поднимаю тяжелый 27-килограммовый мешок, который не болтается от ударов. Раз, вот так. Так что сегодня у меня тренировка по боксу. Мешок не самый дорогой, конечно. В общем-то, мне он был не нужен самый дорогой, зато он твердый. Твердый мешок очень помогает держать руку правильно, потому что в мягкий мешок бывает рука попадает, и она стоит не совсем правильно. Вот. И вы как-то это пропускаете. Если вы бьете в твердый мешок, а рука у вас неправильно поставлена, она сгибается, ударяется, может даже сломаться. Поэтому вы сразу чувствуете, когда вы бьете правильно, а когда нет. Я его обмотал изолентой, точнее скотчем несколько раз, видите? Но от удара все равно через щели, видите, а там уже внутри опилки, височные стержки. Вот эти вот опилки, видите, вылезли еще раз. Просто как какая-то лесопилка была бы, если бы я этого не сделал. Я бы дышал этим всем. Скоро еще раз обмотаю. Плюс я поставил где-то примерно на свой уровень вот такие вот автопортреты моих трех основных, точнее четырех врагов. Хотя у меня врагов нет, но тем не менее. Вот это их лица, они закрыты. А здесь их вот солнечное сплетение. И все. И дальше я начинаю работать. Ну все, друзья, отпускаем Ольгу. Она говорит, что она вот так сильно устала. Только я не могу, я еле себя поднимаю.
со своей съемкой вечно. Ах, по делам. Это теперь так называется — по делам. Каждому дано. Да, по делам. Все, ребята. Ну как, веселая у нас семейка. Ты так много красуешься, что даже фотоаппарат не хотел фокусироваться на тебе. Он, наверное, думает: хватит уже. Все-таки он Кэнон, понимаешь? Мужчина. Хватит уже тут красоваться. Да? Ну все, пока, Ольга. Пожелай всем пока.